картонки, это плотный картон, он, я даже рекомендую не грунтованный брать, а картон. Потому что есть грунтованный, тут он белым там покрашен, да, а есть не грунтованный. Ну, вот тут такая зарисовочка. Вот, почему не грунтованный? А быстрее будет сохнуть. Картон себя впитает, только он должен быть плотный и не гофрокартон такой, знаете, вот что там запаковывают эти, ну, большие там холодильники. Он такой гофрированный. А это плотный просто картон. Там сколько он там, 500 грамм. Я. На самом деле он продается в художественных магазинах, уже порезанный. А это, и стоит он там что-то там 3 копейки каких-то.